Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта с комментариями. Это наше издание, трехтомник, по 752 страницы, чтобы показать, как это выглядит. И в каждом томе у нас здесь красота. 230 иллюстраций, полный лист. Вот оно. Гюстава Доре раскрасили. И написано, какое событие идет дальше. Это трудно было как. Вот какая красота. Итак, считает Никита Колесников. Номер 14. Евангелие Иоанна 11:4-6. Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». Толкование блаженного Феофилакта. «Это болезнь не к смерти, и иначе, если внимательно смотришься, то болезнь сия не была к смерти». Такой, какой умирают многие, то есть к смерти долговременной, но привременной и продолжавшейся 4 дня. К славе Божией прибавил, да прославится Сын Божий, ибо слава Бога, то есть Отца, ничем не разнится от славы Сына. Следовательно, и Сын есть собственно и истинно Бог так же, как и Отец, ибо у кого одна слава, у тех одно и существо. Посему-то Господь и остается не столько времени, что началось уже разложение, и сама сестра говорит, что уже смердит. Иоанна 11:7-10. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» И Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Толкование. Объявляет вперед, чтобы они не смутились неожиданностью, если бы он внезапно повел их в страну, в которую идти они боялись, так как они боялись за него, ибо не имели еще совершенного познания о нем, и боялись за самих себя. И так говорит: «Доколе идет день», то есть пока еще не настало время страдания, вы не споткнетесь, ибо не встретите гонения от иудеев, ни другой какой-нибудь неприятности. А когда придет ночь, то есть страдания мои, тогда вы, сметенные, соберетесь в одном домике из опасений иудеев. С того времени вы будете испытывать скорби и болезни, и много озлоблений и неприятностей. Когда я, свет, не буду уже с вами жить телесно, то обоймет вас ночь скорбей. Иоанна 11:11-16. Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Толкование. «Я иду не за тем, зачем ходил прежде, чтобы ожидать опасности со стороны иудеев, а иду разбудить друга». Ученики, желая удержать его от путешествия туда, говорят: «Довольно, если уснул, то выздоровеет, посему вам не нужно ходить, ибо нет необходимости». Хотя Господь, говоря Лазаре, для того и прибавил: «Друг мой», чтобы показать необходимость быть там. Но ученики утверждают, что посещение его не нужно, так как он может выздороветь и от того, что уснул. Еще более говорят: «Пришествие твое не столько не необходимо, но и вредно для друга,
Ибо если сон, как нам думается, служит к его выздоровлению, а ты пойдешь и разбудишь его, то ты попрепятствуешь его выздоровлению. Итак, не нужно ходить и будить, ибо это вредно. Ибо сказав, что Лазарь умер, Господь не прибавил: «Пойду воскрешу его». В то же время Господь учит нас и тому, чтобы мы не были поспешны в своих обещаниях. Всякая смерть есть сон и упокоение. Как нам легко разбудить спящего, так и еще в 1000 раз более для него удобно воскресить умершего. Ибо если бы я был там, я исцелил бы больного. Чудно было бы и то, но оно показало бы мало силы моей. А теперь, когда меня там не было и последовала смерть Лазаря, а я пойду и воскрешу его, вы должны более утвердиться в вере в меня. Ибо увидите, что я силен делать и то, чего прежде еще не явил, именно воссозидать и воскрешать мертвеца, уже разложившегося и издающего гнилой запах. Когда Господь сказал это и доказал ученикам необходимость своего пришествия в Иудею, тогда Фома, боявшийся более прочих, говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним». Ибо эти слова выражают не бодрость, а страх и малодушие. Чтобы и прочих соучеников приостановить, он напоминает им о смерти и намеренно прибавляет «умрем», говоря как бы так: «И мы, глупые, безумные и не заботящиеся о своем спасении и жизни, пойдемте, чтобы умереть с ним». Пусть он недорого ценит свою жизнь, поэтому и мы должны быть неблагоразумны. Такие речи приличны боязливому. Но посмотри на него впоследствии. Он, как апостол, заклан был за истину. Благодать Божия так укрепила его, что и к нему можно приложить слова апостола Павла: «Способность наша от Бога». 2 Коринфянам 3:5. И «не я, но благодать». 1 Коринфянам 15:10. А Ориген говорит о Фоме нечто, похожее на сон. Фома, говорит он, узнав пророчество о Христе и уразумев, что он с душой сойдет в ад для освобождения душ, когда услышал, что Господь идет разбудить Лазаря, то подумал, что он может разбудить его, то есть освободить душу его не иначе, как если сам отложит тело и сойдет в ад. Посему, как искренний ученик Христов, не желающий в этом отстать от своего учителя, он прочим соученикам советует и сам вызывается сложить тело свое, чтобы сойти в ад вместе с Иисусом, который, по его понятию, положит душу свою, чтобы душу друга освободить из ада. Такое смешное объяснение предложил я для посрамления тех, которые превозносят все Оригенова. Ибо такое объяснение мудреца не явно ли пустословие и настоящий сон? А я прошу тебя заметить то, что хотя Лазарь и умер, Господь, однако же, сказал: «Идем к нему, как бы к живому». Ибо для Христа, как Бога, и самый Лазарь был жив. Иоанна 11, 17-20. Иисус пришед, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близо Иерусалима, стадия в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Толкование. Господь намеренно промедлил, чтобы Лазарю исполнилось 4 дня. Потом пошел, чтобы чудо сделать со всех сторон свободным от клеветы. Иоанна 11:21-28. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы наш брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знай, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».
Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Толкование. Марфа имела веру во Христа, но не полную, не надлежащую. Посему и говорит: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Сказала это без сомнения, потому что не веровала, что он, если бы захотел, то и не присутствуя лично, мог бы предотвратить смерть брата ее. А далее обнаруживает еще большую слабость веры. Ибо говорит: «Чего ты не попросишь, у Бога даст тебе». Видишь ли, она считает его за какого-нибудь человека, добродетельного и угодного Богу. Ибо не сказала: «Чего ты не захочешь, все сделаешь», но: «Чего не попросишь, все даст тебе». Подумала, что он воскреснет в последнее воскресенье. А что будет последнее воскресенье, это Марфа знала частью из Божественного Писания, а еще более из частых бесед Христовых о воскресении. «И вы, если веруете в меня, не умрете, но будете выше смерти духовной, которая гораздо страшнее. А кто избавляет от смерти страшнейшей, тот тем легче избавит умершего брата своего от смерти, менее страшной». Господь спрашивает, верует ли она, что Он есть воскресение и жизнь, и что верующий в Него не умрет вовек. Будешь ли разуметь смерть духовную или телесную? Ибо о верных, по причине их надежды на воскресение, справедливо говорится, что они не умирают. Ибо Учитель говорит: «Пришел и зовет тебя». И как он пришел, то самое пришествие его служит тебе зовом. Ибо как скоро он пришел, то и тебе необходимо бы пойти навстречу ему. Иоанна 11:29-32. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб, плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Толкование. Увидевши его, она пала к ногам его, не устыдившись народа, не обративши никакого внимания на то, что некоторые из бывших тут враждебно расположены ко Христу. В присутствии Учителя она отбросила все человечество и заботилась только о том, чтобы почтить Его. Она говорит: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Марфа же ничего такого не делает, ибо она не падает пред Ним. А напротив, когда Христос и подает добрую надежду относительно брата, она оказывается неверующей. Хотя и Мария является несовершенной, когда говорит: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Однако Христос не говорит ей ничего такого, что сказал сестре ее, потому что тут было много народа, и не время было для таких речей. Иоанна 11:33-37. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Толкование. Так как Мария и пришедшие с ней плакали, то природа человеческая располагалась к слезам и смущалась. Господь же подавляет потрясение в духе, то есть духом обуздывает смущение и удерживает оное, и делает вопрос, нисколько не обнаруживая слез. Но как Господь скорбел, ибо был воистину человек и желал удостоверить в действительности своей человеческой природы, то позволил ей сделать свое. В то же время Он ограничивает плоть, запрещает ей силой Духа Святого, но плоть, не вынося запрещения, смущается, воздыхает и предается печали. Все это Господь допускает испытать своему человечеству частью для того, чтобы утвердить, что Он был человек поистине,
а не по провидению, а частью для того, чтобы научить нас полагать пределы и меры печали и беспечалью. Ибо не иметь сочувствия и слез свойственно зверям, а проливать много слез и предаваться много печали свойственно женщинам. И так как Господь воспринял на себя нашу плоть и кровь, Евреям 2.14, то принимает участие в том, что свойственно человеку и природе, и показывает нам меру в том и другом. «Где вы положили его?» – спрашивает Господь, не потому, будто не знает. Ибо был в ином месте и далеко. Он знал же, что Лазарь умер. Но для того, чтобы не подумали, будто он сам от себя вызывается на чудо, он желает узнать все от них и совершить чудо по их просьбе, чтобы освободить Ауны от всякого подозрения. И как не было еще никакого намека на воскрешение Лазаря, и не приходило никому на мысль, что он идет воскресить его, а не поплакать только, то и говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». А лукавые иудеи, несмотря на то, что перед глазами их большое несчастье, и при всем этом не оставляет своей злобы. Иоанна 11, 38-42. Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Толкование. Для чего евангелист опять замечает, что Иисус плакал и скорбел по сочувствию? Для того, чтобы мы знали, что Он истинно облегся в наше естество. Иоанн, сравнительно с прочими евангелистами, возвещает о Господе высшее учение и богословствует нечто великое, посему и из дел Его телесных повествует о более уничиженных. Посему и в скорби Господа Он находит много человеческого, и тем доказывает истинность плоти Его, чтобы ты познал, что Господь был Бог и вместе человек. Ибо как Лука подвигом, скорбью и потом Господа, глава 22, так Иоанн слезами его доказывает, что он носил истинную плоть. Для чего же Господь не воскресил Лазаря, когда камень лежал еще на гробе? Ибо кто одним словом воздвиг мертвое тело и одушевил уже начавшего разлагаться, тот гораздо удобнее мог словом отвалить камень. «Отнимите камень, — говорит, — для того, чтобы сделать их свидетелями чуда, чтобы не могли, как прежде, о слепорожденном говорить: „Это он, это не он“» Иоанна 9.9. «Ибо присутствие на самом месте и отнятие камня своими руками должны были заградить уста неблагонамеренным свидетелям чуда. Для чего молится Господь, или вернее принимает вид молитвы? Слушай, как он сам говорит: „Для народа, здесь стоящего, сказал я сие, чтобы поверили, что ты послал меня“, то есть для того, чтобы не считали меня противником Богу, чтобы не говорили, что я не от Бога, чтобы доказать им, что дело это совершено мною и по твоей воле, а что именно по этой, а не по другой причине, представляется молящимся, то есть для предстоящих, обрати внимание и на самую молитву. Благодарю тебя, Отче, что ты услышал меня. Ясно, что это не молитва, а только положение и вид молитвы. А что он не нуждается в молитве, это видно из того, что он многое иное совершал без молитвы. Например: „Тебе говорю, бес, выйди из него“, Лука 4.35. Еще: „Хочу, очистись“, Матфея 8.3. Еще: „Прощаются грехи твои“, Матфея 9.2. А это важнее всего. И морю: „Умолкни, перестань“, Марка 4.39.
Итак, для того, чтобы присутствующие тут поверили, что он с неба, а не противник Богу, Господь и молится, ибо если при таких делах его, при всесторонних доказательствах единомыслия его с отцом, говорили, что он не от Бога, чего же не сказали бы, если бы он не делал ничего такого? Иоанна 11:43-46. Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пятипеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Толкование. Он не нуждался в молитве и помощи от нее, потому что равносилен с Отцом. Возвал громким голосом, самовластным и владычным, ибо не сказал во имя Отца моего: «Лазарь, иди вон». Не так: «Отче, воскреси его». Но, как сказано, самовластно: «Заграждаю уста всех, которые говорят, что он меньше Отца». Ибо что нашлось бы равного такой власти, что он умершему, как живому, говорит: «Лазарь, иди вон». И теперь сбылись на деле слова: «Наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышава живут». Иоанна 5:25. Дабы кто-нибудь не подумал, что Христос от другого получил такую силу, он вперед предсказывает о том, что имел доказать самим делом. Громкий голос Спасителя, воскресивший Лазаря, служит образом великой трубы, которая будет гласить во всеобщее воскресение. 1 Коринфянам 15:52, 1 Фессалоникийцам 4:16. Как бы это частное, так и всеобщее воскресение будет вдруг, в мгновение ока. 1 Коринфянам 15:52. Вышел умерший, связанный по рукам и по ногам. Связанному выйти казалось не менее чудно, как и воскреснуть. Итак, чудо воскресения присоединилось еще чудо, то, что совершенно связанный двигался. Господь повелевает развязать его, чтобы приблизившиеся и коснувшиеся его увидели, что это он самый. Пусть идет он, это по нелюбви к славе, ибо не выводит его сам, не повелевает ходить с собою, чтобы показаться. Когда чудо совершилось, один из видевших оное уверовали, а другие объявили фарисеям, без сомнения, с целью опорочить его, совершившего нечто неправедное, так как он повелевал раскопать погребенного. Иоанна 11:47-48. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Толкование. Какое крайнее безумие того, кто в телах прочих преодолевает смерть, думает предать смерти, чтобы сокрыть славу его, и после стольких чудес считает его простым человеком? И что за преступление, если он творит чудеса? В таком случае должно веровать в него, поклоняться ему, а не считать уже простым человеком. Смотри, какая наглость у фарисеев! Стараясь возмутить народ, они пускают молву, что всем иудеям грозит опасность и погибель от римлян по подозрению в похищении верховной власти. Если говорят: «Оставим его», за ним последует много народа, привлекаемого явлением чудес. И, наконец, римляне заподозрят всех нас в похищении верховной власти, возьмут наши города и разрушат. Так говорили они с лукавством, чтобы не показалось, что они строят ковы Христу по зависти, а они выставляют на вид общую опасность, возбуждая народ против Христа, как будущего виновника погибели их. Иоанна 11:49-53. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше там нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.
Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не столько за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Толкование. У иудеев, между прочим, было искажено и первосвященническое достоинство. Ибо с того времени, как начальственные должности стали покупными, первосвященники уже не всю свою жизнь священствовали, но только по году. Впрочем, и при таком растлении этого достоинства Дух Святой еще действовал в помазанных. А когда они подняли руки и на Христа, тогда благодать совершенно оставила их и перешла на апостолов. Тогда как одни, в виде мнения, предлагали умертвить Христа, первосвященник был так кровожаден, что прямо с обнаженной головой и дерзко произносит приговор на Христа. Даже порицает прочих, что они не разумеют должного и не заботятся усмотреть полезное. Вы, говорит, не знаете ничего, не хотите понять и не подумайте, что лучше бы, чтобы один умер и спасся весь народ. Сказал он это со злобным помыслом, ибо благодать Духа уста его употребила для предсказания будущим, хотя и не коснулась скверного его сердца. Смотри, какая сила Духа! Она устроила так, что из лукавого сердца произошли слова, заключающие чудное пророчество. Ибо когда Христос умер, то все уверовавшие из народа избавились от великого и вечного наказания. И он умер не за иудейский только народ, но чтобы собрать воедино и остальных чад Божиих, то есть язычников. Чадами Божьими называют язычников и называют их так или применительно к будущему, так как они должны соделаться чадами Божьими, как и в ином месте говорит «Есть у меня и другие овцы» Иоанна 10:16. Это значит, что с того дня особенно и окончательно они утвердились в этом намерении. Об убийстве замышляли они прежде всего, но слабо, и дело было скорее вопросом, чем решением. А теперь состоялся окончательный суд и решительный приговор. Примечай силу первосвященнического достоинства, как оно полно благодати Духа, хотя носящие оное и недостойны. И прошу тебя, почитай первосвященников по достоинству, обитающей в них благодати, а не по их произволу. Не только Каиафа пророчествует, но и многие иные недостойные знали будущее. Например, фараон об урожае и неурожае, Бытие 45:17-32, Навуходоносор о царствах и Христе, Даниилом 2:28-45, и Валаам о Христе, числа 24:17. Да и не всяк, кто пророчествует, может быть назван пророком, но всякий пророк пророчествует. Подобно, как не всякий, делающий что-нибудь врачебное, есть уже и врач, но кто делает врачебное по врачебному званию, тот может быть врачом. Подобно, как и праведник не тот, кто делает что-нибудь справедливое, а тот, кто творит правду. Второзаконие 16:20. Так пророчествует и Каиафа, но не в пророческом настроении духа, а потому и не пророк. Иоанна 11:54-57. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Толкование. От приговора иудеев Господь удаляется не из боязни, а чтобы научить нас не вдаваться самим в опасности, хотя бы из-за благочестия. Но если будем захвачены, стоять мужественно, а если не будем взяты, добровольно не бросаться в опасность по причине неизвестности окончания дела. Смотри, как безрассудно намерение иудеев. Они и на время праздника не удерживаются от злобы убийства, но положили совершить убийство и восходят для очищения.
согрешившие волей или неволей, не совершали Пасхи, прежде чем очистятся по обычаю через омовение, пост, обрезание, принесение узаконенных жертв. А они, самые лучшие, творящие очищение, составляют совет против Господа и говорят: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» То есть, он непременно попадет в наши руки. И если не что иное, то самое время приведет его в наши сети. Какая злоба! Тогда как и открытых преступников следовало для праздника освободить. Они злоумышляют против невинного. Если бы только простецы это делали, их пристрастие показалось бы делом невежества. А то фарисеи дают приказание объявить о нем и схватить его. И так Господь прилично удаляется от них. Слово, оставив Иудею, вышло в пустыню Ефраим. Церковь из язычников, оплодотворенную Евангелием. Комментарий Игнатия Лапкина. Оплодотворение словом началось в раю. От слышания слова зарождается вера. Хотя главная информация в человека поступает через зрение, но в вопросах веры Бог установил иной порядок. Предпочтение отдается слуху. Римлянам 10:17. Вера от слышания. Когда оплодотворяется, когда евангельское слово попадает в слух человека, то душа оплодотворяется евангельским семенем, начинается плодоношение, катехизация. Быть может, в ранние времена и в Израиле при жизни Христа, где люди знали закон Моисеев, этот срок исчислялся самим временем слышания. Деяние 8:36. Все. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Этим людям не хватало только вести о пришествии Мессии. Но уже времена соборов, времена распространения евангельской проповеди по всему миру среди язычников, этот срок оглашения чревоношения был установлен в несколько лет, от 3 до 5. Человек должен был порвать со ставшим ему враждебным родством, прежним научением и полностью переродиться, родиться свыше. Церковь проверяла уверовавших длительным сроком испытания, насколько серьезно было решение принявшего евангельскую весть. Время рождения, становления христианином, то есть момент допуска к святому крещению, определял сам епископ, обладающий всей полнотой духовной власти, и это решение принималось как от Христа. Оплодотворение словом Евангелия завершалось рождением в водах крещения. Сегодня в православной церкви ничего этого нет. Предполагается, что родившись в христианской семье, восьмидневный младенец правильно или неправильно крещенный уже стал членом Христовой Церкви, родился свыше. Сам ребенок не мог вкушать эту небесную манну, то есть откликнуться на проповедь Евангелия, а значит и все остальное, что делать с ним, идет не по евангельскому пути. Не случайно в первые века крещение откладывалось буквально до смертного часа. Уходят без оплодотворения словом Евангелия. Сегодня подавляющее большинство членов православной церкви из язычников, не из евреев, не оплодотворены Евангелием. Христианский путь их начался не с уверования через проповедь, а через привычку хождения в храм на исповедь и к причастию. Сегодня главной движущей проповедью священников является как можно чаще посещайте храм, богослужение, как можно чаще исповедуйтесь и причащайтесь. Но где же тогда оплодотворение словом Евангелия? Феофилакт понимал слова Христа в истинно евангельском духе, что уверование начинается не с этого, но со слышания слова Евангелия, с благодати призывающей, которая переходит во благодать обращающую, когда человек откликается на призыв Христа. Сегодня же, минуя евангельское слово, человека сразу же пытается привлечь к благодати, освящающей, буквально с улицы, к таинствам. И это есть не евангельский путь. Оплодотворение словом Евангелия – вот единственно верный путь ко Христу. Все.
Благодарю. Пожалуйста.